time to wake up. It's time to go. Kill the jailer. Fight for your freedom. Не хотелось бы начинать данный ролик с пессимистичной ноты, но факт состоит в том, что нынче выходит крайне мало хороших, да и вообще хоть каких-то игр в жанре слэшер. Как будто никому не сдалась память о достойных представителях оного. Теперь схожие механики начали добавлять вообще куда угодно, создавая этакие гибриды с неясным жанром. И это вовсе не негодование, как некоторые могут подумать, а констатация. Но порой хотелось бы заглянуть в прошлое, пощупать ручками чистокровного представителя без всяких примесей в виде RPG, стелс или еще кого-нибудь survival. Ясен красен, пойти на подобное могут не все. И дело даже не в деньгах, а в элементарном отсутствии развития. Придумать что-то новое практически невозможно. Механика уже давно отработана и стала классической. Казалось бы, осталось просто смириться с этим и забыть как страшный сон идею возвращения жанру прежней популярности. Но не тут-то было. Без ошеломительных анонсов и всяких ранних доступов в сетях цифровой дистрибуции появилась Фури. Новая надежда от ранее незамеченной в разработке игр студии The Game Bakers. Хотя надежда слишком громкое слово, тем более в самый разгар летнего затишья, когда до релизов крупных проектов далеко и остается радоваться только всякому бородатому и не очень инди. Собственно, Фури — это чистокровный слэшер, пример описанных мною ранее фантазий, где повествование крутится вокруг молчаливого главного героя, запертого в поднебесной темнице. Кто он, за что мотает срок и почему ничего не говорит, будет скрыто до полного прохождения игры. Вначале же мы узнаем только основу. Охраняют его 9 тюремщиков, или боссов, которых предстоит убивать по мере прохождения. А единственный, кто может помочь, мужик в костюме кролика, что регулярно выдает информацию о каждом последующем страже и повторяет: «The jailer is the key». Первая же особенность игры, отличающая ее от собратьев по жанру, состоит в том, что других врагов, кроме боссов, нет. Все приключение — сплошной адреналиновый босс-файт, цель которого — не привычный поиск и уничтожение, а скорее выживание, где каждый враг представляет из себя реальную опасность, в разрез которой надо придумывать различные тактики ведения боя, когда атаковать, а когда защищаться. Потому что боссы сильны до невозможности. Каждый обладает собственными стадиями или особенным подходом к битве. Например, один отгораживается за стенками и вообще не желает подпускать к себе, предпочитая атаковать из-под тишка. Другой, наоборот, чрезмерно агрессивен и ловок, из-за чего приходится большую часть времени парировать его атаки, выискивая моменты для нанесения урона. Противопоставить им наш главный герой может только способности махать мечом, стрелять, уклоняться и блокировать. Казалось бы, немного, но этого вполне хватает. Тем не менее, небольшая придирка к вариативности у меня все-таки найдется. Наш главный герой по мере прохождения игры вообще не меняется. Каким был в начале, таким будет и в конце. Соответственно, боссы, несмотря на свою индивидуальность, тоже обладают ограниченными средствами, из-за чего, казалось бы, особенные атаки одного врага перетекают к другому, создавая эффект прогресса сложности. Вот только воспринимается это не как нечто революционное, а как обыденность, то, что ты и так знаешь. Плохо ли это? Нет. В подобных играх акцент делается не на то, чтобы персонаж под нашим управлением становился сильнее, а сам игрок развивался, выстраивая ассоциации, дабы на их основе преодолевать препятствия. Если сравнивать с другими играми, подобный подход чем-то напоминает концепцию Dark Souls, где смерть — неизбежный процесс развития. Но в отличие от упомянутой, Фури — небольшая игра. В ней нет огромных просторов для изучения окружающего мира или какой-то истории, сшибающей с ног внезапными поворотами. Вместо этого она дает задачу и варианты ее решения, предлагая учиться и наблюдать за своим противником, прежде чем нанести смертельный удар. Не скрою, порой задачи кажутся невыполнимыми, хотя бы потому, что на поле боя творится настоящий ад, из-за чего на некоторых боссах просто бомбит. В целом, впечатление от игры это не портит. Наоборот, придает большего ажиотажа и желание перерезать на кусочки босса, на котором сливаешься раз десятый. И я понимаю, что не все оценят подобный продукт по достоинству. Но по личным впечатлениям, дебют разработчиков из The Game Bakers вышел на ура. Простая в освоении боевка, выдержанный стиль локации персонажей, офигительная музыка. И даже небольшая продолжительность прохождения оставляет только положительные эмоции и желание пройти игру вновь уже на максимальном уровне сложности. На этом все. Увидимся на просторах StopGame.ru. Всех благ. Пока.
По поводу названия игры. Я не знаю, кому пришло в голову называть ее на английский манер, вот только нет в нем такого слова. Вот это английское — фьюри, ярость и прочее неистовство. А вот это японское — фури, притворяющийся. Читается в два слога. Возможно, разработчики хотели добавить некой двоякости, мол, пускай на разных концах света воспринимают по-своему, как открытую концовку в книге. Но я считаю, что второй вариант подходит наверняка, потому что, внимание, спойлер, главный герой — один из пришельцев, возможно, клон, а может, робот, которого заслали в этот мир, дабы исследовать обстановку и захватить его. Вот и все.